Значит, а теперь переходим к челленджам. Итак, у нас их несколько. Сейчас я зачитаю, что именно они означают. Ну, Быдло ты например. ебаная, бля. Да. Интересно, что будет в новогоднем поздравлении от Лукашенко. Ну, кстати, да. Реально. Спасибо. Итак, челленджи. Ну, например, стрелочник. Поставить управление на стрелочке. Все остальное управление оставить тем же. Бегун. Не останавливать движение вперед 3 минуты. Пират. В Майнкрафте есть опция с пиратским языком. Все надписи меняются на карикатурный пиратский английский. Попробовать говорить на подобном языке. Веган. Не убивать животных, есть только ягоды, картоху и прочую растительную пищу. Близорукий. Настроить минимальную дальность прорисовки. Ёбаный свет. Гидрофоб. Не погружаться в воду. Блоками строить переход между реками. Проплывать на лодке или использовать зелье подводного дыхания. Я в ахуе. Не, ну это изи. Гоу Близорукова? Ну давайте крутанем колесо. А можно не надо Близорукова? Особенно стрелочки, я вообще не понимаю, как я буду играть на стрелочках. Изи. Вот. Так. Окей. Окей. Одиночная игра, поехали. Значит, нам выпало что? Гидрофоб. Ладно. По три челленджа в час надо. Это получается... Гол 3 сразу. Как, блядь? Не, так нельзя. Так нельзя. Так нельзя. По 20 минут на каждый челлендж, дорогие друзья. Так нельзя. И правила есть правила. Я не могу пойти против правил. Меня уволят. Скорее всего. Ой, блядь, ночь. Ой-ой-ой. А где звук? А. Ёб твою мать. Ай, блядь. А я спать. А, оказывается, как мне удобно. То есть я могу сразу три челленджа сделать. Одновременно. А где все вещи? А, я же сдох. Бля, я уже и забыл, где я сдох. А я и забыл, где я сдох. А где я сдох? Пиздец. Кто там, блядь, идет? А, крипер. Ну, ё-моё! Ладно, давайте сразу три челленджа. Значит, сейчас у нас гидрофоб, идем дальше. Давайте мы его удаляем, гидрофоба, значит. Идем дальше. Вращать колесо. Блядь, близоруки. То есть это получается, нам надо дальность. Ой, пиздец. Это получается прорисовку. Где стрелка? У меня стрелка. Я не вижу стрелку. Эй! Эй! У меня нет стрелки. Ладно. Минимальная 2. Я в ахуе. И последний. Так, близоруки мы удаляем. Вращать колесо. Пират. Ой, блядь! 31 декабря уже. Ну, шо ж я... С последним днем 2020 года. Так, язык. Какой-какой пиратский, да? А как он называется-то? Подождите. А где он? А где? Так, на букву П. Буква Пи.
И где она? Ас! А где, 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 где? А, во! А, нет. А? А, вот. А, нет. А где? Что это за... А, Сербия? Сербский. 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 Украинская. Сверху. Ладно, давайте вот так вот. Оба. Оба. А! Так, ну я выбрал, сейчас он загрузит. Хе. Будет забавно, если он зависнет. Ну тогда будет, скажем так, ух, ёб твою мать. Окей, guys, что за план, Дред? Customize ear cloth. Блин, я английский-то плохо знаю, тут еще по-пиратскому надо как-то говорить. Ой-ой-ой. Pointy rock. Redstone. А, ну тут все вроде нормально. Ball of slime. А что, что-то изменилось разве? Magic book. Рубль. А, то есть теперь понял. Пеблец. Кто за звук? Ой, ёбаный рот! Блять, это уже какой-то Silent Hill получается. Чё? Чё за херня там пролетела? Чё это было, блядь, реально? Какой-то Silent Hill, какие-то монстры летают. Ты сдох. Чё за дичь? Окей, ладно, где я там умер? А реально в Silent Hill такая гадость летает, кста. Ой. У меня где-то, когда я там коррекцию зрения делал, у меня такое же зрение было когда-то. Ладно. О, блядь. Ёбаный свет, это чё? Это чё было? Я надеюсь, у них такая же хреновая прорисовка, они меня тоже не видят. Это я тебя убил? Ага. Я понял, блядь. Ага, он, получается, крипера спиздил. А если... Ладно. Я впервые такой вообще вижу в Майнкрафте. Здорово, корова. Сброс ядерной боеголовки в Майнкрафте. А может не надо, а? Ой, меня отравили? А! Ладно, я так понимаю, это надолго. Слышь, может взорвешься? Давай, я подойду к тебе. Боже, блин. Ой, Дианочка, ты чё? Не был на твоих стримах, только записи посматривал. Ну ты охуевший, чем могу сказать. Дед. Дед. Спасибо за 210 рублей. Диана, спасибо большое за 10 подарочных подписок. Это, конечно... Я что сегодня за день? То Ликс подарил 10. Теперь Диана. Вам что, делать нечего? Спасибо. Спасибо. Алло. Так. Как на пиратском сказать спасибо? Thank you. Thank you. Так пиратский ничем не отличается от английского почти. Ар-ар-ар. Так, значит... Напомните мне... А, по воде нельзя, блядь. По воде нельзя. Блин, это проблема. Напомните, где я умер. Я забыл, где я умер. По-моему, где-то я здесь бегал. Или где? Или там? Коротко о моих снах. А, да? Алло. Не, реально, где? Маяк у моря? А. Быдло ты ебаная, блядь. Все.
Бля. То есть я... А помните, Соболев года 3 назад говорил, что Ивангай употреблял? Мы над ним рафлили, но сейчас это оказалось правдой. Охуеть. Верагент, спасибо тебе за 120 рублей. В смысле? Не понял. А, над Соболевым рофлили? Не. Подожди. А, мне все еще подарочные подписки идут, господи, блядь. Там другое. Он же говорил про кокаин, тяжелые наркотики. То, что он траву курит. Ну. Return Taze Fight. А, ясно. Let Year. Блядь, нафиг этот ваш пиратский язык. Вот. Спасибо. Вот. Чего, блядь? Ты говорил, что вернешь возможность смотреть не подписчикам записи стримов. Уже несколько месяцев такого нет. Я живу в другой стране, другой часовой пояс. Ну, я, блин, сочувствую тебе. А я же, блядь, стримлю на Твиче, где могут бан дать за какую-нибудь хуйню. Поэтому записи стримов не будут доступны, пока не лал... Всех целую. Не наладится штука с правилами. Лёша, он же я. Дмитрий Карпов. Он да, именно он. Иисус. Я. Он же Жесус. Ну спасибо я. За он же Алексей, он же Александр. Хату. Топ. Топ. А зачем топать-то? Никиткар, спасибо тебе за 200 рублей. Кто здесь? Так, я где-то здесь помер или как? Где этот ваш... Маяк. В море. Где? Где? Ну оно где-то здесь. Ну, блядь, у меня нет, я не вижу ничего. Что? Что? Я же в этом доме жил. Охуеть. Он не прогрузился или ему плохо? Он сгорел, ребят. Я в ахуе. На него просто тогда напали какие-то непонятные существа. И все. А для тех, кто, возможно, только зашел, ребят, мы выполняем челлендж. Вот. Я все. Получается минимальное, в общем-то... Ой, ой, ёп. Ой, ёп, креветка нападает. Какого черта, блядь? Все. Вроде оторвались. Ой, нет. Что за хуйня? Не надо меня. Не надо. Нет. Нет. Блин, я не могу играть так. Я не вижу, кто где находится. Корова, ты не видела креветку? Она же только что где-то здесь бегала. Да, бля, бля. Так. Окей, мы... я вспомнил... Ёб твою мать, я вспомнил, где я сдох. Я вспомнил. Это где-то... Пиздец, ну это нереально. Эч. Это где-то... Где-то там, блин, там. А мне нужна лодка. А, я еще и пить хочу. Нет! Чёрт! Привет, чёрт! Я случайно воду наступил. Я случайно. А что, есть какое-то наказание за то, что я там не выполнил челлендж или проиграл? Вира Емия. Спасибо тебе большое за 5 месяцев. А где звук? По деревам звука нет. Какие 50 сабок? Не. Вон, Диана подарила 10 сабок, она наперед просто... Она предугадала, что я проиграю, поэтому специально подарила, чтобы... Ну, короче, вы поняли. Да-да. Так что вы уже получили за мой проигрыш. Мне надо, получается, вернуться обратно. Или подождите, мне надо здесь сделать лодку. На... Как? Так, подожди. Палки. Начнем с палок. Называется писю тимбер. Секс, самка, дельфина лучше всего проводить на мелководье.
Так будет комфортно вам обоим. Положите ее на бок, так, чтобы ее живот смотрел на вас. Да? Ладно. Спасибо. Что за звук? А, понял. Слушай, а так даже как-то атмосферно, знаете ли, с такой какой-то видимостью получается. Предположим, представьте, что в Майнкрафте наступил какой-то туман, как мгла, короче, как в фильме «Мгла». О, что за звук? Мама. Так, 12 палок. Пипец, я всего лишь 2 дня не играл. И забыл, чё-то как делать-то. Напомните, а? Так какой кремень мне нахер не нужен? Доски. Что доски? Быдло, четыре ты ебаная, доски. Бля. В телеграм-каналы выкладывают полные записи, а, да? Стримов. Спасибо, ЖЖ. Доски. Какие, где? А где их найду? Верстак. Так вот, надо же верстак сделать. Из дерева. Не, подождите. Вы, походу, не поняли, в какую я сборку играю. Или что? Здесь не все так просто, алё. Дерево. Не, вы хотите, чтобы я дерево сломал? Серьезно? Блять, ночь наступает. По-моему, мне проще сдохнуть и появиться дома. Реально. А я уже не помню, как домой вернуться. Твою ты мать. Я в ахуе. Реджон, яр, блять. Теперь-то они еще реально так разговаривали, что ли? Так. Блять, с этого надо было начинать, дебил. Конч, кинч, лох, тварь. Нормально. Блять, ты чё, ещё живой, что ли? Беруши. О! Это чё? Чё это за пирожные? Ебать, Симба, что ли? Он добрый? Ёб твою, ты... Какой нахуй добрый, блядь! Это у меня чё, облизать хочет ты? Че за нахуй? Ебанутый или чё, блядь? А, играется, да. Ага. Здорово, блядь. Асланчик? Асланчик, ты чё? Асланчик, ты давай эту хуйню не занимайся. Быдло, ты ебаная, блядь. Блядь, Асланчик. Мои мягкие французские булки хумбубуси из чата Хеску. Ебать, Асланчик, конечно, мощный, нахуй. Ля, блядь.
Может тебя накормить? Да уйди нахуй, сука, тварь. Что за пиздец происходит? Аслан. Он пиздюка запустил! Иди нахуй! Пизда мне, короче. Ёбаный рот, блядь. Асланчик! Аслан! Бля! Фу, блядь. Бля, я ж плавать не могу. Пиздец, они меня на остров загнали. А я плавать не могу. А, ясно. О, асланчик нахуй. На, блядь. А, не надо. Нельзя, блядь. Дай. Да ёбаный рот, блядь. Какие сапки? Никто не говорил, что я буду за это сапки дарить. Алло. Фу, ёпта мать. А, я дома? Угадай, где я? Я дома. Фу, надеюсь, они это самое, ну, не придут. А где мой корабль? А, ну да. А чё, исчезло? Блядь, так и те вещи, которые я всрал, тоже, скорее всего, уже пропали. Ой, блядь. Угадай, кто я? Я Вова. Но я всё-таки хочу сплавать туда. Сплыть. Ну, короче. Пойдем. Ой, блядь, я что-то какой-то мертвый. Ну. Ну, ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Вот так. А еще бы беруши сделать. Биберуши. А еще бы вспомнить, как они. А, ну. В принципе, легко. Я ничего не слышу. А еще и бегать не могу. Возьми с собой запасной верстак. Да нахер он мне нужен? Я драться не собир... Ха. Чего, блядь? Давай, хиль меня. А, ясно, ты не хиль... А, блядь! Чё нахуй? Чё взорвануло-то? У меня аж в ушах звенит, свистит, пердит. Пипец. Что с текстурами? Челлендж я выполняю. Геймфойл. Адреналин. Челлендж играть с минимальной дальностью. 2. Мунлайе, спунлайе. Я в ахуе. Ну, блин, можно побыстрее передвигаться, нет? Так, ну где там море, а? Быдло ты ебаная, блядь. Может, Хесус и слабее льва и тигра, но в цирке он не выступает. Ну, кстати... Не, я вообще-то, я не слабее, ни льва, ни тигра. Бля, я пить хочу. Ну где море? Я сейчас сдохну от жажды.
Блять. Нет! Ну где там море? Море, море! Где море? Ну все, как ГГ. Ну чё, блять, вода исчезла, что ли? Блять. Ну где-то, где-то там, по-моему, сбоку. Угадай, кто я? Лох. Ну, если я не ошибаюсь, где-то вот куда-то вот сюда, как-то вот так вот. Блин, у меня просто на глазах все из-под земли вылезает. И где-то... Отлично, я сейчас еще заблужусь, блядь, в этом океане. Как сосед на парковке. Быдло ты ебаная, блядь. Бля, я где вообще, так, нахуй? Куда я теперь давайте плыву? Давайте наконец-то запомним, как называть стримера. Форма имени Алексей. Алексейка. Алёха. Лёха. Алёша. Али. Алик. Лёля. Аля, Алюня, Люня, Лексейка, Лекся, 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 Алюня, Лёка, Лох. А, да! Ты мне лучше скажи, куда плыть-то, блядь, я не вижу ничего. Я об этом даже... А! Не, ну это не то, что нам нужно, сука, как башню-то найти? Можно просто Александр. Пиздец. Не, ну это вообще какая-то херня получается. Считаю. Ну и вот как мне? Ну как вот? Ну какого хрена, а? А что с дальностью? Да ё-моё, я же объяснил. У нас челлендж. Играть с такой дальностью. Быдло, прорисовки. Ты ебаная, бля. Не, ну мы не когда найдем эту башню. Когда Песус молчит, то лучше не донатить. А то хули вы перебиваете, яуф. Не-не-не-не-не, лучше перебивайте, мне нравится. Спасибо, умник. Не, ну я не знаю, все, я не могу. Я вряд ли найду башню. Поэтому, походу, придется мне попрощаться с теми вещами. Хотя там столько, блять, всего было, вообще жесть. Эх, б... Ай. Кого, блядь? Если тебя не будет стрима перед НГ, обижусь. А, ясно. Ну, что могу тебе сказать? Не, ну у меня будет стрим, как бы, да, но он будет рано и закончится также рано. То есть до Нового года. Да-да. Во сколько? Ну, я думаю, где-то в 5-6 вечера подрублю. Вот, а закончу где-то 8-9. То есть он будет недолгий такой, знаете, чисто. Посидим, пообщаемся, подведем итоги уходящего года. Вот. Поздравим друг друга. Блин, короче, все. Я не знаю, где я, куда я приплыл, что это за место. Вот. И где я? Ну вот. Ну короче, вы поняли. Перед твоим домом было море. Нет, не было. Не было. Челлендж быдло, должен, типа, смотрите. Мой друг хочет взять меня в жены, а я люблю только тебя. Что мне делать? Не соглашаться. Ебалда, спасибо. Так вот, через час мы обновляем баночку, и я иду выполнять следующий челлендж. Только скажите, когда час пройдет. Ну вот, как, с момента, как я начал. Ой, блядь, что за... Я в ахуе. Не, баночку пока не надо нажимать. Ясно, блядь. Я гей. Доброго вечера, Хес.
Давно я не доначила, замучилась с сессией. Вот сегодня был последний экс. Ваша башня все хорошеет. Завтра, увы, не смогу посетить стрим. С наступающим тебя и чатик. Пс-пс. Так. Ай, короче, давайте по новой. Все, к черту эти вещи. Вот, я по... Ну, вы поняли. О, что такое? А, заряжен играть красиво. Да ё-моё. Уже следующий челлендж, ребят. Уже следующий челлендж. Но сейчас еще не прошел. 1 января стрим будет. Да не знаю я пока что. Не знаю. Зависит от состояния, которое у меня будет 1 января. И как я буду себя отчучать. Да-да. Ты не пьешь. Очень редко. Почему в библиотеке не выдают книгу про суицид? Потому что их никто не возвращает. Осуждаю. Осуждаю такое. Вообще не надо так. Да-да. Так, ладно, давайте, блин, возьмем камни, возьмем дерево. Быдло, вот ты ебаная, блядь. Я. А в чем смысл челлендж, если ты его проебал уже несколько ёбаный раз? Ёбаный дурачок, блядь, где я его проебал? Давай я тебе еще раз напишу. Не погружаться в воду, блоками строить переход между речками, проплывать на лодке. Я в воду не погружался. То, что я на нее наступил, ничего не означает. Погружаться в воду. Для тебя, дурачка, я еще раз говорю. Господи, блядь, ну... Люди, вот у них, я не знаю, что, со слухом проблемы или что. Так. Как? А, я вспомнил. Блядь. А я спать, короче. Да чат вообще 110. У них погружаться и наступить на воду, это одно и то же. Ладно. Ладно, хорошо. Но это тогда не моя проблема, ребят. Ёп. Что это там бегает? Да блин! Эй, ни хрена себе, слышь. Так нечестно! Алло. Да иди отсюда, блядь. Сука. Ты чё, как ослан решил? Ох ты, сука какая. Да, блядь. Иди отсюда. Что, золотая броня у зомби? Ну иди отсюда! Надо просто палки добыть, и нормально будет. Вроде челлендж 20 минут длится. Ох! Донат тут пропущу от этого шутника хуево. У меня просто теперь функция стоит показать, то есть одобрить донат или нет. То есть он сначала, я его вижу, да? Вот, и у меня есть время его одобрить. Так что, Снежана, а все уже, а не получится. Нет, там был очень плохой анекдот про евреев, поэтому я осуждаю. Ну, как бы осуждать нечего, потому что я все скипнул. Вот. Да-да. Кто, блядь, ты чё? Так, ладно. Можно домой вернуться. А где дом, я забыл? Блин, это нереально. Я могу заблудиться реально в двух соснах. Вот куда мне бежать? Где теперь мой дом, блядь? Вышел, сука. Называется добыть. Ё-моё. Чел. Ну вот где? Вот куда мне теперь бежать?
Сюда. Да что тут эти делают? Ну вот где? Твою мать. Хрена себе над... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай! На, блядь. Это другой дом уже? Тоже какой-то весь это самое, ну... О, господи, тут все заросло. Да... Да ты ч... Сейчас, может быть, найдем какое-то рандомное новое поселение. Это просто нереально. Идти вслепую. Дар... Кого? Дару, дару. Кто, кто? Ну, отлично, а! Ай, короче, проще опять сдохнуть. Но не буду, я все-таки надеюсь на то, что я сейчас что-нибудь найду интересное. Здорово, 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 здорово. О! Ну что, есть что-нибудь, нет? Ясно, понятно. Здорово, курил. Курлык. А вы, кстати, чем будете заниматься на НГ? А? Как ничем? Как спать? Бухать! Ой, отвратительно. Отвратительно. Гулять? А чё? Можно, что ли? Ладно, я залезу наверх. Плакать и кушать. Ощущение, как будто у нас в России люди кушают раз в год, на Новый год. А все остальное это так, чисто перекус. Ну, кстати, скорее всего, так и есть у большинства семей, как вспомню себя. Для меня, например, Новый год это был всегда, знаете, такой день, когда реально можно, ну, нормально так пожрать вкусного, всякого вкусного. А остальные дни, скажем так, 360, сколько там, 3 дня, 364 дня. Это уже, ну чисто так, перекус, как говорится. Вот. Не-не-не-не-не-не-не. Отнимаем один день. Ё-моё, а? Ну и чё мы бегаем? Да, блядь. А не проще координаты записать? Не. Вообще не проще. Не. Не. О, не-не-не, вода. Здорово. О, это чё-то какой-то хаунд. Чё с тобой? Какой-то пожёванный волк попался. Кто-то его уже покусал. Ты кругами хочешь? Да я вообще в шоке, блядь. И убить меня никто не может. На! Опять вода, блядь. Собака после полевых испытаний. Это то, что мне вчера выпадало, блядь. Вместо гунгнира. О! Давай, ткни меня, ткни своим рогом. Блять, давай. Ну я не хочу тебя убить просто, понимаешь? Давай я сам на него напорюсь. Оба. Оба. Ну ё-моё. Он мирный, ну я понял. А-а-а! Так это хвост, блядь. Здорово, я перепутал жопу с лицом. Наверное, очень обидно, да, когда такое происходит. Ну вот, ты меня должен убить за это. Понятно, блядь. Давай, ББ. Я сейчас... А, ну от жажды я и сдохну, собственно говоря. Да не, мне надо сдохнуть и домой вернуться.
Что-то я как-то это... Зомби ссанный, блядь. Давай уже, умирай. Какую фразу можно сказать, когда наряжаешь лёху во время секса? Живая, все же лучше. Rest in Riz. Так. А смешно? Пиратский язык, чего хотели? А где дерево? А где дерево? Я же его обратно клал. Да как это? Ёбаный рон, блядь. Где был крипер? А был он где-то... Вот тут. А-а-а! Погчамп. Вещи не исчезают, оказывается. Значит, все-таки есть шанс еще вернуться на башню и вернуть вещь. Реально. Так. Ой, блядь. Так, значит. Значит, что делаем? Оставляем здесь. И вот это дерево. Палки, палки, надо две палки. Три, четыре, пять, шесть. А, 8. Но у меня 4 уже есть. О, еще одна выпала. А, ага. О! Короче! Ок. Теперь мы берем дерево. Зачем? А, ну по руфлу. Вот так. Дерево нам не нужно, в принципе. Можем взять, например... А где камень? Блядь. Я шо, камень просрал? Подожди, у меня есть рок. Кинч. Не, я понимаю, да, я вспомнил. Как-то вот так, нет, надо вот так и вот так. Но куда пропали камни? Нахера я с собой их забирал, я вот этого не понимаю. А, ну по руфлу. Да, 16 камней. Но у нас есть кирка. Ну, блин, она деревянная. Говно какое-то. Поэтому... Дел сделано. Ну и топор. Дел сделано. Ну и чё? Лопату? Дел сделано. Так, ну что получается? У нас есть абсолютно все. Теперь с этим мы идем куда? Туда. Нам надо дождаться окончания челленджа, сделать нормальный, ну скажем так, обзор, вид, вот это все. Вот, и пойти на башню потом, ну да. У нас еще 2 челленджа осталось, получается. Подожди. 2? Правильно? Получается 2, правильно?
А, еще три. Получается, веган. Это не убивать животных, это вообще легко. Хотя, блядь, нифига. Потом у нас, это мы юзаем, это мы тоже. Бегун, не останавливать движение вперед 3 минуты. Ну, это вообще легко. То есть, всего лишь 3 минуты и все. И стрелочник, поставить управление на стрелочке, все остальное управление оставить тем же. Вот это тоже фигня, конечно. Хотя, в принципе, терпимо. Но, а пока предлагаю... Предлагаю пойти, и все, поехали. Сейчас дерево добуду. Э? Это чё? Бирч Кеткин. Бирч Тимбер. Какие-то вообще странные названия здесь. Ну. Сапки. Попозже. О, блядь. Дару. В следующий раз меня так напугаешь, я тебе тресну по балде. Понятно, блядь. Да-да! Так, а теперь... Рубим дровишки. Видали, да, как можно? Да что тебе надо? Я здоров. Ебать, 46. Почему лысого бомжа не выгнали из церкви? Потому что гонять лысого — это грех. Ладно. Получается, я грешен. Причем достаточно серьезно. А что делать? Так, ясно. Возвращаемся обратно. Еще опять все проебу, да? Ой, блядь. Долбоёб. Кто? Слышали, да? Слышали, да, звук был? А, я тоже слышал, да-да. О, я знаю, куда можно. Быдло, ты ебаный. Я сегодня КСТ узнала, что Гунгнир — это копье из скандинавской мифологии, охуела. Ну а ты думаешь, мы, ну, типа, ради чего тратим столько денег, чтобы скрафтить этот Гунгнир? Мы поэтому этим и занимаемся. Вайфу, спасибо. И Брейн, спасибо тебе большое за... Сейчас этот монстр вылезет. Ох, нихера тут железо. Спасибо за переподписку за 5 месяцев. А? И it's pitch black. You are like... Ага. А, да, серьезно, что ли? Ну, вы поняли, да, что он сказал? Вы поняли. Ух. Давай вниз лети. Я как раз посмотрю, как там высоко.
Эй! Уходи! Прыгай. Не, ну там вроде вода. Эй, ясно. Я по-другому сделаю, намного лучше. Пиздец. А, там вода, а мне же воду нельзя. Ё-мать, что? Не, я не хочу возвращаться на свет. А, точно, блять, у меня же фонариков. Ну все, ГГ. Чао! Уголь прямо перед тобой. Да я в курсе, не слепой. Короче. Чё? Ага. Чё? Я понял. Привет, чат. Узнал тебя благодаря стримеру Мел Харукас. Ты такой классный, мы с братом постоянно смотрим тебя. Брату один, мне ноль. Давай сделаем сходку чатерсов. Ага. Чё вы, блядь? Да ё-моё. Го. Чатерс. Звучит как-то не очень. Я бы не хотел быть чатерсом. Звучит так, что как-то почему-то хочется осудить. Хотя вроде ничего такого. О! Нет. Не надо! Да ладно, они там все с луком. При крафтах зажимай лифт и ЛК. Shift и КМ. Лифт. Да за шо? Нахуя? Это жесть! Вообще, я вам так скажу. Ой, бля. Вообще жесть. В темноте живут монстры, кстати. Гиленд! Кобяков! Гиленд! Авмен! Я мэн? А, на улице день уже. Гылен Кобяков. Гылен. Член бумажный. Ну, блядь, ну... Окей, ладно. Я все просрал. Я в ахуе. Я не знаю, как в подземелье спускаться. Это надо, блин, я не знаю, какую броню иметь. И что вообще тут иметь в этой игре. Так, у нас 4:30. Мы уже, по-моему, сейчас сыграли, разве нет? Алло. Просто пора уже следующий челлендж делать. Мы банк уже наполняли, уже четвертый раз было. Вот. Да. Но учитывая, что мы играем уже, точнее, выполняем сразу три челленджа, я считаю, что я могу уже отключить вот эти вот, собственно говоря, штуки. Во. О, боже мой, я прозрел. О-е. О.
Нихера! Охуеть, там какое-то царство-государство, блядь. И все это время оно было прямо перед моей мордой. Охренеть, ля какая, ебать. Это что? Ля как красиво. Я в ахуе. Стоило всего лишь прозреть. Хуй. Вот я так же себя чувствовал, когда сделал коррекцию зрения, первый раз вышел на улицу с хорошим зрением. Охуеть, ничего себе. А оказывается, вот так вот можно видеть? Хе. Ладно, нам нужно сделать кораблик. Кораблик. Дел сделан. Я даже с тобой брать больше ничего не буду. Потому что мне кажется, там может быть опасно. Я не хочу опять все потерять. Значит, у нас шо? Давайте тогда следующий челлендж сразу же. Ой. Давайте так, у нас уже был, значит, банка был. Значит, теперь мы как делаем? Мы, значит, берем. Получается... У нас остался бегун. Подожди. Какие у нас? У нас было три челленджа. Соответственно, у нас был слепой. Потом, что у нас было еще? Вот, потом, что еще? Гидрофоб. Тоже минус. То есть, получается, я могу теперь плавать. Вот, хорошо вижу. А, и пиратский язык можно отключить. Все, значит, пирата удаляем. Остается веган, бегун и стрелочник. Итак. А! Только не стрелочник. Нет, бля, нет, блядь! Ну как? Давайте я тогда просто клавиатуру подвину. То есть теперь мне нужно поменять управление на стрелки. Бля. Так, минут. Минуточку. Надо рюськи поставить. Да-да. Подождем немножечко. Так, получается. Поставить управление на стрелочке. Все остальное управление оставить тем же. Там баб. Вот. Ну и получается. Получается по правилам. Вот сейчас банка, она не заполнена, да? Сейчас я прочитаю, как там надо делать. Хм. Угу. Угу. Когда подходит время его выполнять? Так, когда заролили челлендж, можно его удалить слева. Так, ну. 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 Не понял. А? А? Я просто пытаюсь понять. Ладно, пусть будет 20 минут. Все, дел сделано. Все, пап, все, да. А, не, подожди, какое дело сделано? Управление. А я уже и забыл. Подожди, что? А, вот, а, да? Влево. Ой, блядь. Вперед. Ой, блядь. Право. Ой, блядь. Ну это... Во-во-во, асу. Ё-моё. Пиздец, это так неудобно, жесть. Блядь, а как мне прыгать-то, а? Ё-моё. А бегать-то как?
Иди отсюда! Блять! Да охуенно, блять! Вообще классно играть вот так. Ай, сука! Нет! Суки! Да идите нахуй, животные, блять, подземного подводного мира! Пиздец, меня просто трахнули сейчас. Меня просто трахнули. Дайте я чуть пониже сделаю дальность, а то что-то подлагивает. Ага. Я в ахуе. Это так неудобно, оказывается, играть. Блять. Иисус, пупс, спасибо тебе за вчерашний стрим. И всем ребятам на нем тоже спасибо. Это был очень важный стрим для меня. Было очень лампово и хорошо. Люблю тебя. Согласен. Дед, с наступающим. Полинуша, спасибо за 200 рублей. Ну кто, блядь? Я тебе, блядь, сейчас дам нахуй. А, дал. А, да. Ну да. Забирай меня нахуй отсюда, полетели. Полетели. Забери. Давай, куда там, где там твои это? Давай, полетели куда-нибудь, вообще похуй. Давай, забери меня отсюда. Ну, полетели, куда? И шо, блядь, и шо? Ну и че? Ну улети. Ну забери ты меня куда-нибудь подальше. Спасибо. Да, блядь. Давай, прям на крипера сбрось меня, давай, сука. Ты чё, падла, блядь? Ты чё, нахуй? Ты чё, блядь? Ты чё, сука? А? Ты чё, блядь? Я могу драться! Я буду сопротивляться! На, нахуй! На, на, наск! Наск! На, на, наск! На! На, на! Наск! 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 На, на, на! Да заеба... Да как тут играть-то, блядь, с таким управлением на стрелы? Иди отсюда! О, классно. Так, где-то мой кораблик-то, он живой остался, нет? Да заебали! Стой! Чё с ним? Да чё за хуйня? Да блять! Они чё, надо мной прикалываются, эти животные ебаные? Охуеть. Так, стоп, спать. Да блять! Да ну тебя нахер. Мне приходится руки скрещивать, чтобы играть. Ой, блядь. Все, я в Нарнию поплыл. Ебаться нахуй. Да лёп. Это пиздец. Да ты-то кто, сука? Хватит меня таскать! Иди ты нахуй, орол! Орол! Отлично, блядь, спасибо. Чё, блядь? О! Ахуе, блядь. Я вообще в шоке, если честно. Сборка бомбезная, я считаю. Да иди нахуй! Ой, блядь! И что ты, черт, блядь, теперь здесь сидеть, что ли, собрался? Ой, блядь.
Как же это неудобно, а? Если бы не управление, я бы уже давно справился. Да-да. Да. Да ты ч... Ну... Не-не-не-не-не-не-не. Да ёп! Кто-кто-кто? Я! Упс. Улыбнись, и чатик поцелуй. Они тебя любят. О, нет! Нет! О, мой кораблик старый. Спасибо, Полинуша, за 150 рублей. Нихера там, блядь, целое государство. Смотри, сколько кораблей. Ля, сука, там еще и в небе замок. Я в ахуе, это что? Ебать, тут Российская империя, блядь. Ебануться. Это что, блядь? Ух, это ж сколько тут награбить можно, а? Так, ну... Понял. О-о-о. Ладно, давайте... Давайте чуть-чуть дерево тоже возьмем. Ель. Не, мне лучше сосну. А я не могу надеть, наверное, да? А, нет, могу. Ебать! Жесть. Надо бы на корабль еще потом залезть. Ну так сосни! А-а-а! Да чё тут, сука, дерево? Блять! А, дерево-то весь. Да еб. Да еб. На. На. Где я? Что за звук? Ебать! Глист! О, нет! Здесь тоже есть глист! Давай, бей глиста! Что ты? Бей глиста! Глист кобяков. Блять. Ля, какие кораблики. А? Кто? Так, ладно, идем дальше. Я себе тут... Не понял сейчас, кто это. Кто? Где-то клоун живет здесь. Кто? Слышите? Какая кольчуга. Кочевня или как она там? Ох, ебать. Блин, мне надо вернуться в тот домик. Забрать оттуда все вещи и переехать сюда куда-нибудь. Ля, блядь. Так, ребят, давайте добьем 60 тысяч сейчас. Или сколько там надо? 30? Я просто не могу уже на стрелочках играть. Давайте, нам надо банку наполнить, чтобы я поменял сейчас... Этот, ну, вы поняли. А в итоге, как набрать, короче, поинты, если вдруг они у вас закончились? Ну, по-моему, надо зайти на сайт и выполнить там чуть-чуть совсем заданий. А как кликнуть? Надо просто вот мышкой навести на плеер и нажать на банку. Кликнуть на баночку.
У вас там много кликов сейчас есть, вот. Особенно если вы только подошли, у вас по-любому они доступны. Просто на банку кликайте на экране, и все. Реально. Просто кликать на баночку. Вот уже 10 тысяч, еще 20 и нормально. Не работает. Да, все работает. Ту ёп. Я с телефона. Вот так зайди с компа. Алло. А как я тогда сейчас? Чё, блин? Ёб твою мать, какая-то огромный... А нихера нет. Ебать. Страшно. О! Просто я бегать не могу нормально, понимаете? Вареное яйцо? Бля, жрать захотел. Сука. Только в кожаных штанах. И вонючих сапогах. Шо? А-а-а. Отлично, у нас есть меч. И я могу им даже пользоваться. Тушеные грибочки. Я не люблю грибы, поэтому я их не взял. Да-да. Ну, вообще, мне врач сказал, грибы лучше не кушать. Вредно для желудка. Да-да. Ой, ёп. Здорово, есть что ограбить? Пипец ФПС в этом городе падает. Я в ахуе. О, хрустящий бекон, это моно. О, это тоже можно. Бля, минус ФПС, я в ахуе. Да где ты? Ты тут стучишь, падла? А где? Я знаю, что хлеб можно сделать из пшеницы. Попозже. Бля, опять этот звук издает. Чё за... Сколько кликов? Так, ребят, нам еще половина осталась. Ох, его. Да блин, я жрать хочу! О. Падла, блядь. Я, сори, я злой, просто кушать хочу. Ну, блин, я жрать хочу. Ха, как же тут много хрустящего бекона. Глина. Господи, А, нельзя, походу, да? Ага. Ну давай! Стак картохи. Да ё-моё, а! Ребят, накликайте на банку. Ой, ничего себе, паста высралась, ребят. Ну-ка. Что за лицемерство у чата? Раньше, до того, как ты познакомился с Жожо, все из чата хейтили его и писали, какой он уёбок. Но теперь, после того, как ты с ним чуть пообщался, все забыли, какой он хуёвый, и вообще девочки из твоего чата теперь вообще любят его. И не говори мне, и не говори, что мнения меняются только после того, как ты начал с ним общаться, и твой чат сразу начал любить его. Ну, отрицать то, что такое есть,
Глупо, по факту, да, да. Но я тебе скажу так, если говорить про девочек, да, девочки, они, понимаешь, девочкам очень легко втереться в доверие. Вот, тебе достаточно просто пару раз показаться милым, и все, и девочки тебя сразу, типа, любят. Ой, он такой классный, он такой прекрасный, и так далее, и тому подобное, вот и все. Вот, да-да, да. Так что, ну, что я могу сказать? Как-то так. Девочки очень доверчивы, а потом им разбивают сердца. Но не я, не я. Я нормальный. Так что будьте осторожны, девочки. Возможно, вами хотят воспользоваться. Да-да. Да кто, блядь, стучит? Где? Здесь? Например, я? Не, я... Алло, я уже 8 лет... стримлю. Если бы я хотел воспользоваться, я бы уже 1000 лет назад это сделал. Ну, точнее, 8 лет назад еще. Да-да. Прорисовку надо уменьшить, реально. Задолбал уже лагать. Ну, чуть-чуть лучше стало. Не понял, а чё с тобой? Ладно. А? Чего, блядь? Да господи! Ты слышал или обговаривал вчерашнюю ситуацию с бустером? Ну, типа, зачем он обещает, если потом не выполняет? Лучше тогда не обещать вообще. Лучше будет ведь... А тебе какая разница? Чё ты вот так за бустера переживаешь? Я не понимаю. Вот меня вот это вот больше интересует. Вот, вот знаете, что меня больше раздражает? То, что вот школьникам почему-то все время интересно вот такая вот хуйня, грязь какая-то. Вот, знаете, покопаться где-то, что-то обсудить кого-то. В чем-то кого-то обвинить, особенно если ты популярный стример. А чем ты популярнее, тем больше вот таких вот... дурачков вылезает и начинает тебе кости промывать. А вот чё он? А вот тут вот это. А вот тут он это. А вот тут он тоже обкакался. А вот здесь он это. Грязюка, грязюка, блядь. Как будто сами идеальны. Знаете, идеальные такие сидят. Вообще вот прям... Ну ничего прям такого. Никаких... Ну вообще прям вот, знаете, вот ноль грехов у них по жизни. А, да? Ну ладно. Ё-моё. Что это вообще такое? Что за бред? Ребята, я уже не могу так играть. Можно мне накликать еще, пожалуйста, чуть-чуть? Там осталось 12 тысяч кликов всего лишь. Нажмите на банку ПЖ. Это все очень просто и легко работает. Просто на плеере баночка. Вы прям на нее нажимаете, это реально так и работает. Просто нажимаете на банку и все. Во, видите, поперло, 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 поперло. Я просто буду очень медленно играть, вам же хуже. В наших же интересах... Ваших интересах... О, уже 20 тысяч. Ваших же интересах, как бы, да, ускорить этот процесс, чтобы в итоге я, ну, начал нормально играть в Майнкрафт. А я хожу, блядь, пешком. Ну да. Ну и, ну да. Уже б давно всю деревню ограбил. Какая банка? Ну на экране баночка Адреналин Rush. О, видите, уже 22, вы же можете это сделать. Куда нажимать нахуй? На баночку, блядь, на экране, которая мышкой накликни. Алло. А на телефоне работает? Да походу не работает, только на ПК. Там ноутбук. Блин, я опять сюда же вернулся. Ну вот видите, как получается в итоге. О! Ты чё, сука, откуда ты? Я в ахуе. Только в кожаных штанах и в железных сапогах. Да.
Блин, я хочу на корабль. Я не смогу на корабль попасть, если я сейчас не сделаю... Ну, точнее, если вы не прокликаете 30 тысяч раз. Жип-ж. И я тут был уже, ясно. Байтер. Ну нет! Реально же так. Потому что не... Ля, сука, ля, блядь. Идет, сука, ля, блядь. Это реально так. Это реально так. Ого, это что за здание так? Ух ты, ёб. Ну ё-моё! Чё-то я в какую-то подземку спустился. Ну, блядь. Ну, а как мне вот одной рукой плавать-то? Алло! Ну, пипец, а сейчас меня съедят эти насекомые подводные. А, можно быстрее! 6000 кликов осталось! Быстрее! А-а-а! Нет, падла! Да бей, блядь! Все, мне ГГ. Блять, нахуй ты мясом ебаным бьешь ее, ебаный рот, блять. Пиздец. Ну можно 30 тысяч накликать, осталось 6 всего лишь. Я в ахуе, блять. Ну, пж. Переезжай. Я не буду переезжать. Во-первых, ночью надо поспать. А во-вторых, с таким управлением я сейчас сдохну где-нибудь по пути. Итак, осталось сколько? 5000. 5000. О! Еще чуть-чуть. Все, меняем челлендж. Фу, блядь, стрелочника удаляем. Боже, боже, пожалуйста, пусть это будет не бегун. Бегун на 3 минуты. Так, где? Не останавливать движение вперед 3 минуты. Пиздец, что? Как? Ладно, давайте вернем управление. Вернулись и опять про... Сука! А мне же нельзя останавливаться 3 минуты, блядь! Ай-яй-яй! Так, а сколько там? 25, до 28 минут мне нельзя останавливаться. Пиздец, у меня чат вообще погиб полностью. Я вообще ничего не вижу. А я игру не видно, блядь! А мне нельзя останавливаться! И чё делать-то, ёбаный рот? А я на паузу нажму. Так ведь можно? Чё, блядь, происходит? Где чат? Я что, блин, сам с собой должен сидеть разговаривать? Я что, летсплейщик? Мы не видим, пизда. Это два последних сообщения в чате. Меня что, забанили? Меня забанили, что ли? Я что-то не понимаю. По-моему, мне канал забанили, или... Подождите. У меня бан канала? О, нет. А, не, нормально. Ебать, я сейчас насрал.
Мне просто пишет, типа, на телефоне. Вот. У меня нет профиля, у меня ошибочка. Просто пишет, типа, 0 фолловеров, аватарки нет, ничего нет. И я подумал, типа, все, ГГ, под Новый год подарок сделал, Twitch. И пишет, ошибка, загрузка профиля. О, прогрузилась. Но не до конца. Я в ахуе. Пиздец, сейчас еще минус зрителей у меня пойдут. Понятно, блядь. О. Не, нифига. Я думал, заработало. Ну, как в таких условиях вообще можно стримить? Объяснить. И опять все сдохло. О, Диана Райс очень вовремя подрубила трансляцию. Молодец. Самое время подрубить трансляцию на Твиче. Там баб. У вас тоже фолловы слетели. Не нажимайте никакие кнопки, ребят. Просто ждите, пока Твич проснется. Ему немного больно сейчас. Он заболел, возможно, короной. Он как... Придет в себя, он вернет вам и фолловеров, и все остальное. Пиздец, блядь. А, мы бежим. Итак, ребят, у нас челлендж не останавливаться 3 минуты. Давайте заново его выполняем. Сейчас 28. До 31 минуты я, короче говоря, ну, вы поняли. Ага, я не сделал себе кораблик. Ну, значит... что такое? Мне горячо. Значит, поплывем. О, а под землей есть, кстати, что-то есть. А давайте я туда заплыву. Хочу посмотреть, что там такое. Как вылечить Твич? Подорожником. О, что тут, сундуки? О нет. Оп. Нихуя. Я не останавливаюсь. Ты ж... О! Чего, блядь? Откуда здесь... А, это мой старый? Все, не останавливаюсь. Да иди нахуй. Не останавливаемся. Остановился, заглядывая в сундук. Не-не-не, я в это время нажимал вперед и бег. Я заглянул на секунду буквально. Он поэтому и закрылся, потому что я двигался. Так. На кораблик я сейчас не смогу прыгнуть. Поэтому надо вот сюда, вот так вот. 3 минуты прошло. Блять. А! О, нормально, челлендж идет. Так, а умер я где-то там, получается. Пишу в пустоту. Кстати, получилось в пустоту писать. А ну-ка, ребят, все сейчас попробовали написать в пустоту. О, так чат работает. Просто надо писать в пустоту, я вас вижу. Ля, сука. Реально. Куда бежать? А, сюда. Сюда. А, теперь сюда. О, где я? Ля, сука, ничего себе. Сюда. Сюда. Вот так. Ага, отлично. Пипец, а сколько у меня сейчас зрителей-то? Я что-то не понимаю. Сюда, значит, бежим. Ой, блядь, тупик сейчас будет. А, обратно. Подождите. Так, все. Я выполнил челлендж, но, по-моему, я что-то сделал неправильно.
Я неправильно выполнил челлендж. Итак, ребят, выполняем его заново. 30. Короче, надо, оказывается, надо просто вперед бежать. И не поворачивать вообще. Поехали. Всех видно, минус фоловы. А я плыву. Ну, точнее, двигаюсь вперед 3 минуты. По-моему, я сейчас доберусь до зимнего острова. Ай, что там наверху, блядь? Это что такое? А глист уплыл. Надо будет вернуться, забрать еду под водой. Так, бежим вперед, продолжаем бежать. И сейчас меня тут убьют. Дело сделано. О, я сейчас замерзну здесь. Так, просто вперед бежим. Просто вперед. Повернул. Ничего не поворачивал. Куда я повернул? Ну я должен как-то препятствия обходить. Алло, блядь! Или мне просто идти в стену, например? Ну как мне, вот как мне, вот как, блядь, как? Ну вот как в данном случае? А что со мной? А, у меня утомление. И что делать? И что делать? Блин, он так медленно двигается. Надо подождать, пока утомление пройдет. 2, 1. Дело сделано. Все, теперь идем вперед. Лё, сука. Шишка. Отлично, но есть проблема. Блядь. Да ты ч... Заново. Не-е-е-е! В чем проблема? Алло, я же вперед иду. По-моему, кстати, уже больше 3 минут. Все, стоп, 3 минуты прошло. И где я? Куда я, блядь, прибежал? Черт возьми. Где я, блядь? Это что такое? Отлично. В итоге я оказался там, где теперь темно. Ой, темно, блин, здесь. Зима! Да я знаю, что я замерзаю, но мне негде погреться даже. Тут, походу, вообще никого нет, все замерзли. Ни животных, ни монстров, ни домов, ни людей, ничего. Нифига себе. Ого. А что такое? А как туда залезть? Палки лежат. Что за хрень?
Он разваливается, что ли? Опять чат умирает. Да пиздец какой-то сегодня с твичом. Ну, сейчас, в данный момент времени. Я в ахуе. Я просто в ахуе. Там кнопка где? Где там? Как мне туда теперь залезть? Ой, ночь наступает. Ну все, ГГ. Сейчас сдохну, блядь. Угадай, кто я? Я лох. Ля. Тупой. У входа кнопка. А, ну теперь я уже и не слезу вниз. А, нет, слезу. У входа кнопка, говорят, да? Лина. Долбоёб! А, понятно. Ну, в принципе-то... Я это и ждал, да? Конечно, да. Иди нахуй. Там баб. Не, ну я что-то так не могу стримить-то, блин, алё. Мы будем работать сегодня или как? Ну что за говно? А? Ну-ка, перезагрузить. О, заработало вроде. Кстати, да, у меня, например, вроде как, если смотреть на телефоне, вроде как чат заработал. Чат заработал. Да, и трансляция вроде работает. Но вы знаете, я так хочу жрать, что походу, блядь, пойду-ка я сейчас вернусь. Алло. Чё, заработало? А ну-ка, бля. О! Ура. У кого не работает, F5 нажмите. Даро. Короче, бля. Берем вот так, ложимся спать. Даро. Мне это напомнило пандемию, знаете, когда была самоизоляция, и очень мало людей было на улице. Маленькая активность. А потом резко бац, и опять много людей. Вот сейчас что-то такое же в чате было. Была самоизоляция в чате. А тут бац, и резко, короче, все вышли на улицу. Так, ребят, ну следующий челлендж будет, когда мы наполним банку снова. А, собственно говоря, там последний остался. Не корона, бро. Ой, господи, блядь. Так. Переезжаем, короче, отсюда нахуй в деревню ту. Поехали. Го видосы.
О, видосы. Блять, нет! Нет! Кто? Тифа, бро, подожди. Нет. Все, я поехал. Блин, не дай бог, у меня сейчас сожрут, и я умру. В таком случае я появлюсь где-то вообще непонятно где. И это будет обидно. Да ща видосы, блядь, будут. Ова! Так, я дома. Кровать! Кровать, каравай! Я живу здесь. Все. Так, ну чё? Подожди. Это будет мой сундук. Нормально? Я считаю. А убили меня где-то здесь, правильно? А где, где, где? А где, где? А где, где, где? А где, блядь? Да они не могут пропасть. Не могут они пропасть, они тут не пропадают. Где? Да. Я вообще тут умер или где-то в другом месте? Я уже забыл просто. Где именно я умирал? Тифа, бро, спасибо за подписку. Ну и ладно. О-о-о. Я хлеб добываю, алё. В смысле, тварь, уёбок? Я хлеб добываю! Вот, смотри. А где хлеб? А, шакалит? Ну да, бывает. Ломай, ломай. Так, ладно, сейчас опять надо обходить, блядь, искать все то, что я тогда находил, опять воровать. Моя рыба. Мое, 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 все мое, мое, мое. Козерог, спасибо тебе большое за 9 месяцев при подписке. Отлично. Ну, у нас есть лопата, зато теперь. Классно, блядь. Тамба, нахуй. Шерстяные ботинки. О, боже мой, ладно. Так, а тут что? Опа, бля. Да ё-моё! Ой, бля. У них жарко будет. Да норм...
Нормально. Пиздец, такой большой город и ничего нет в домах. Вообще одно говно какое-то. Везде уже все обыскал, все забрал. А, вот где-то здесь меня, по-моему, хлопнули. Где-то там, 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 там. Вот я здесь был, я помню. Потом сюда я спрыгнул. Потом что-то я куда-то сюда пошел. И вот тут меня поймали. Иди нахуй вот опять, сука. И опять, блядь. Иди отсюда, сука. А, блядь. Ну помоги, чел. Да пиздец. Путин краб. Осуждаю, блин. Слышь, кра... О, блядь. Смешно тебе, да, сука? Ебать. Кого нахуй? Ты кто, блядь? Ля какой, сука! Ты кто? Ля, сука, он еще мучит, ебать. Алло. А ну-ка. Бля, сейчас задохнусь! Это черепашка по имени Наташка? Ля, сука. Ты чё пердишь? Хм. Да где моя еда, бля? Мда, короче, я ее уже не найду, все. Ты съел, сука! Да? Понятно. Да ты-то тут, я у черепахи спрашивал. Ты что, блядь, черепаха, что ли? О, а это что там внизу? А это что там внизу, блядь? А, да. А, да? Ебать, кого? Ты откуда? Что это там? Бабу? Там какую-то бабу. А как туда попасть? Я еще я беззвучно двигаюсь, прикольно. Здорово, мужики, есть что? Ух ты ж, блядь. А что у меня на экране две полоски вон красные? Опа. Блядь, что-то у меня лагать начало, что происходит? По-моему, сейчас что-то будет. Боссы? А где они? Блин, у меня все лагает, что происходит? Слышишь, че звук? И у меня пропал. Так, где-то здесь боссы, они... Не шо, блядь? Размером с мою... Я не знаю. Че за хрень вообще? Блядь, я пить хочу! Внизу. Да ты... Да ты ч... Пенис? А, да? Какая-то херня со звуком происходит. Блять.
Ну и чё, где босс? Давай драку, блядь. О, принцесса пропала. О, звук появился. Чё за хрень? Опять звук пропал. Опять принцесса появилась. Вот это что ли принцесса? Блять! Фу. Какая-то не настоящая принцесса. Что ты такое? Ебать! Татьяна, ты что ли? Ля, сука. На нахуй. А, блядь! Оно меня схватило нахуй! От пути, блядь! Иди нахуй. Ебать, ля, голенький, сука. Фу, блядь. Какая же херня, а? А? Хо, блядь. А что это было? Что-то этот город какой-то, то вроде, как, ну, говно, короче, полное. Вообще ничего такого прям интересного здесь нет. Ну, в плане вещей я имею в виду. А-а-а, крокодилы-бегемоты. А-а-а, обезьяны-кошелоты. А-а-а, и пошел ты в жопу, блядь. А-а-а. Асу. Осуждаю я банворды. Асу. Не ношу я подвороты. Асу. Ага. Подожди, не понял. Подожди, стоп. Нормально. Ебать за фристайл, а мог бы вчера контента навалить. Ну, кстати, да. Надо было. Ну, да. Так, возьмем. Бля, что так лагает-то, я не понимаю. Кто этот обсервер? Это, блядь, кто вообще? Ну да, давай, спиздание, давай, скажи, что это ты, блядь. Давай, нахуй, быстрее, блядь. Конечно же, это так оригинально сказать, что это я, блядь. Ну, конечно же, блядь. А как же иначе-то? А кто же еще, нахуй? Ху, Хесус и Читиик, как делы? Как планируете провести последний день 2020 года? Нажраться в говно! Да нет, конечно. Да никак. Не знаю я пока. Ладно, давайте, наверное, здесь закончим на сегодня. Челленджи мы выполнили. Пойдемте видосики посмотрим, короче говоря. Вот.